Питер Сатклифф, британский серийный убийца. Питер Уильям Сатклифф родился 2 июня 1946 года в графстве Йоркшир. Был недоношенным и очень слабым, однако мать его выходила. Потом у Сатклиффов родилось еще 5 детей, но мать всегда выделяла Питера, потакая всем его прихотям. Мальчик рос абсолютно неконфликтным человеком, никогда не спорил, не отстаивал своего мнения, даже если был прав. Один раз в школе Питер поссорился со сверстниками. Чувствуя его полную неспособность дать отпор, мальчика просто затравили. Питер почти 2 недели не посещал школу и ничего не говорил дома. Но вскоре Питеру пришлось вернуться за парту. Отец заставил Питера заняться бодибилдингом после случившегося. Из школы Питер ушел при первой же возможности, как только ему исполнилось 15 лет. Отец устроил его на фабрику, где работал сам, учеником токаря. Питер постоянно опаздывал на работу, пытался уйти раньше времени, а через 10 месяцев уволился с фабрики. Потом он устроился могильщиком на кладбище. На кладбище Питеру понравилось. Он проработал там более 3 лет. Потом, по настоянию отца, перешел на работу в мастерскую по ремонту автомобилей. Там он работал всего год и опять вернулся на кладбище. Питер полюбил машины, стал более уверенным в себе, купил мотоцикл. В возрасте 21 года встретил свою будущую жену, Сони Цурма, на которой он женился 10 августа 1974 года. Его не волновало то, что она страдала шизофренией. В связи с заболеванием девушка не могла получить престижную работу, а потому работала сиделкой в больнице. Примерно раз в неделю у нее выпадали ночные дежурства, во время которых Питер Сатклифф выходил совершать убийство. Все остальные дни он ночевал дома, а когда уезжал, обязательно звонил жене из телефонов автоматов в больницу и говорил, что находится дома, чем обеспечивал себе алиби. Первой жертвой Сатклиффа стала 28-летняя Виламена Макен. Она с 14 лет была проституткой и в ночь с 29 на 30 октября 1975 года тоже находилась на работе. Но утром она не пришла домой, ее 9-летняя дочь, всего у Виламена было 4 детей, пошла к соседям, те вызвали полицию. Тело женщины было найдено в 100 метрах от ее дома. Виламена сперва была оглушена чем-то тяжелым по голове, а потом изрезана ножом. После ее смерти с нее были спущены брюки и трусы, а кроме всего прочего было установлено, что убийца мастурбировал на мертвое тело. В течение 5 лет Сатклифф убил еще 12 проституток. Он был арестован 2 января 1981 года за небольшое правонарушение. При этом полиция обратила внимание на улики, указывающие на то, что Питер и был убийцей, в чем он и признался. На суде Сатклифф пытался изобразить сумасшествие, рассказывая о божественных голосах в его сознании, приказывающих ему убивать проституток. Но убийца был признан вменяемым и 22 мая 1981 года был приговорен к пожизненному заключению. Находился в тюрьме Паркхёрст с 1981 по 1984 годы. За все время заключения Питер трижды, в 1983, 1997 и 2007 годах, подвергался нападению со стороны других заключенных. В 1997 году в результате нападения он полностью ослеп на левый глаз. В 2001 лечащий врач маньяка заявил, что тот уже не представляет угрозы для общества. В 2013 Сатклифф объявил, что намерен написать автобиографию, которая изложит правду о себе и опубликует полный список нападений. За книгу он рассчитывает выручить 500 000 фунтов стерлингов.